15 февраля северо-восточнее и севернее города Быдгощ наши войска в результате наступательных боев овладели несколькими населенными пунктами. В Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, удерживающего район цитадели и 4 пригорода на восточном берегу Варты. Западнее города Грюнберг наши войска вышли на реку Вобер, заняв при этом более 50 населенных пунктов. В районе Бреслау наши войска, наступая на город с севера, запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющей город. В лесах северо-западнее Будапешта наши войска завершили ликвидацию разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной части города. За 16 февраля на всех фронтах подбито 106 немецких танков, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 41 самолет противника.